движение. Переход либо на удержание, либо на болевой прием. Стандартный захват. Здесь задача какая? Партнера вытащить на себя. Он встал на носки. Если, например, ноги, допустим, вам некомфортно, то он встал. Стоп, подпилим, стоп, ладно. Отсюда. Что вы делаете? Ногой. Я закажу сюда, как можно глубже. Я сразу его вывел. Здесь. Раз. А это плотность. То он был плотность. Чем плотнее вы берете, тем лучше для вас. Отсюда, что мы делаем? Просто вот такой скручиваем в эту сторону. И, ну, здесь возьмем, зафиксировал. Тоже пришли на рычаг. Еще раз. Чем плотнее возьмете, тем вам лучше. Вот. Раз, вот. Еще раз. Раз.